Торжественное возложение цветов в память о спасателях, погибших при тушении пожаров. В списке героев Нургали Карабаев, Комек Исаев, Жолдасбек Ясиналиев и Бахыт Алпысбаев. Настоящих героев нашего времени сотрудники ЧС чтят минутой молчания. Минутой позже принятие присяги. Сегодня ряды борцов с огнем пополнили двое рядовых. Стать пожарным 21-летний Карабай Курманбай мечтал с детства. Рядовой пожарный торжественно клянется исправно нести службу на благо Родины. Я очень рад, что моя мечта сбылась. Сегодня я принял присягу. Теперь буду на благо государства трудиться. Вот так ловко и, кажется, совсем бесстрашно сотрудники ЧС ежедневно спасают людские жизни. Прекрасная физическая подготовка и слаженная работа – основные критерии в работе спасателей. В свой профессиональный праздник они удивляют горожан. Около 10 единиц спецтехники и новое оборудование. На площадке гордость спасателей – машина высокой проходимости «Нива Бронта». Свою эффективность в работе она уже доказала. Более 250 удачных выездов в отдаленные районы области и сотни спасенных жизней. И в снег, и в дождь, и в грязь полноприводный автомобиль с легкостью преодолевает все препятствия. Раньше горы и камни считались непроходимым препятствием. Она предназначена для транспортировки людей, поиска людей. Вот, на буранах стоим, на снеге ходит, по снегу без проблем ходит, по болотам, по бродам. У нас бывают арыки, которые полтораметровые, там не проедешь. Вот эта техника проезжает. В час 40 до 40 километров плавает на воде. В конце вечера награждение лучших. Наиболее отличившимся за год спасателям вручают грамоты и благодарственные письма. 10 сотрудников ЧС за отличную службу получают юбилейные медали. К слову, всего покой шымкентцев берегут 1930 сотрудников по чрезвычайным ситуациям. Ксения Поленица, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».